В гримерке перед показом ответ на вопрос, какой может быть дама. Разнообразие образов – это не хаос за кулисье, утверждает дизайнер Инна Гончар. Такова особенность изменчивой женской натуры. 20 образов, там, где будет представлена женщина, разная. Где она сильная, где она немножко, вы, если посмотреть, немножко слабая, потом опять сильная. Эту одежду можно носить как на вечеринку, как в повседневной жизни тоже, если... Вот я сегодня хочу быть такой, и я могу это одеть. Страстные танцы фламенко сменились дефиле в летящих льняных платьях и помогли гостям перенестись в лето 2020, а потом вернуться в реальность приближающихся праздников, мысленно примеряя на себя эпатажные костюмы, жакеты в сеточку или блестящее платье. В этом сезоне в моде галактический синий и по-прежнему натуральные ткани. Одно дело, мы выбираем себе внешний образ с красивым кроем, с красивыми тканями и красивыми линиями, но зачастую они неудобны в носке или это на один раз одеть. А у центра моды за счет того, что они действительно работают с фактурами натуральных нитей, натуральных тканей, она не только комфортна в носке, удобна, но и, в общем-то, приемлема везде. То есть комбинировать можно как бизнес-лук, так и повседневный и всенепременно куда-то какой-то кич, вечерний выход. Приглашение с броским призывом поглазеть разослали более чем сотни гостей. Владелицы собственного бизнеса, госслужащие, журналисты, актрисы, дизайнеры на показ пришли, если не за нарядом, то точно за вдохновением. Предпочтение нужно отдавать комфорту, а вернее сочетанию комфорта и красоты. И наш центр моды белорусский, спасибо ему большое за это, он всегда делает на этом акцент и никогда об этом не забывает. Можно посмотреть и модель, и тут же прийти ее приобрести, либо подсмотреть несколько элементов и использовать их в своем дизайне, да, либо пойти к дизайнеру со своей идеи и положить ее на образ, который был представлен в центре моды. Центр моды переживал разные времена и этапы. Шил костюмы для песнеров и финалисток конкурса «Мисс Беларусь», встречал в своих стенах и самых критичных модниц, и даже известных кутюрье Пьера Кардена и Теда Лапидуса. И уже 70 лет отвечает порой невозможным требованиям современных дам. Нашим потребителем прежде всего является деловая женщина. Это и госслужащие, это работники банковских учреждений. Прежде всего, это в значительной степени уникальность. Почему? Потому что наша одежда производится небольшими сериями. В основном это 30-50 единиц, причем они поставляются на различные рынки. Так что в новом сезоне подчеркиваем талию, носим украшения с чеканкой по металлу и яркие платья. И не забываем о том, как стильно должен выглядеть спутник. Мода – это ведь прежде всего о гармонии. Александра Радкевич, Игорь Хвиченя. Наше утро.